Танцевальный номер в стиле модерн. Работу над ним закончили совсем недавно. Около 3 минут чистой пластики в гармонии. Необходимо полное взаимодействие. Помогает то, что Анастасия и Роман – родственники. Им по 9 лет, танцами занимаются с 5. Интересно, мы это любим, стараемся. А у нас это получается, мы выигрываем. В этом году «Лунапарк» завоевал на краевом турнире «Золотая Ника» 107 наград, из них 63 первых места. Это первая ступенька, которая открывает в новом году дорогу к общероссийским, а в перспективе и международным турнирам. Краснодарский край специалисты называют одним из самых танцующих, поэтому конкуренция достаточно высокая. При этом анапчане 8 лет подряд лучшие в регионе, а на старте нового сезона побили собственный рекорд. Почти на 30% больше золотых медалей. Мы можем теперь на ЕФО представить намного больше номеров. То есть возможность для детей всех возрастных групп представить себя и на ЕФО победить, и потом представить на чемпионатах России, на Всемирной танцевальной олимпиаде. Представьте, что на каждую минуту, которую показывает артист, нужно 20 часов тренировок. На каждую минуту. 98 артистов показали 116 номеров продолжительностью по 3 минуты. Умножьте это все на 20 часов, и вы поймете, сколько мы пахали ради этих медалей. По словам Виолетты Кабановой, чтобы оставаться на гребне, нужно предлагать новые идеи, а также внедрять новые методики. Фактически, превзойти прошлогодний результат помогли самые маленькие артисты. С ними занимаются также по особой технологии. Милане 4. В коллектив год назад ее привела мама. Просто я немного дома занималась, там растягивалась и заметила, что и она тянется. В общем, пришли в 3 года в Лунапарк. Показывали, как надо танцевать, как носочки тянуть. Да нет, легко это все сделать. Маньки все умеют делать. Следом за дочерью сюда пришла и мама. Она занимается во взрослой группе. О коллективе родители и педагоги говорят, как о большой семье. Называют это одним из залогов успеха. Год только начался. В прошлом году коллектив стал 3-м в России. Как будет в этом, никто загадывать не берется. Но настрой определенно есть.